Вот настоящий джентльмен. Я думаю, все понимают, почему мы сегодня собрались. Этот договор был подписан нашими президентами в мае прошлого года. Мы считаем его чрезвычайно важным документом реального и радикального ядерного разоружения, фактором стабильности и предсказуемости. Этот договор выражает новое качество российско-американских отношений, которые являются отношениями партнерства, несмотря на имеющиеся между нами разногласия, порой серьезные. Простите, пожалуйста.